Президент Логину. Стать полицейским. Стать спецназовцем. Стать ветеринаром. Конституция Российской Федерации принята народом 12 декабря 1993 года. Статья 37 гласит: «Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». А для меня главное в жизни – это семью создать, выучиться, получить образование и достойно жить. Статья 38 гласит: «Материнство, детство, семья находятся под защитой государства». Конституция России – это 137 статей, надежно закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической, социальной систем в Российской Федерации, основные права и свободы личности. Помни их, иди по жизни уверенно.